Видать, не зря вчера Поливанова и компания смотрела в сторону всех этих деревьев. Судьба и была предрешена. Все это произошло сегодня рано утром. Радуйтесь, харьковчане. Меньше деревьев, больше дорогих и хороших аттракционов.
На этом месте будет частный развлекательный центр. А здесь будет стоять колесо обозрения высотой 55 метров. И многие из этих деревьев будут снесены. Дядя Вася, мы не про дела.